Растет популярность новых криптовалют. 45 известных исполнителей, среди них Роджер Уотерс, Элис Купер, Хим, Джудас Прист, Слеер, Мерлин Мэнсон, решили продавать свои альбомы фанатам за криптовалюту Monero. Проект продажи музыкальных произведений за цифровые деньги получил название Project Coral Reef. Основоположник этой идеи, Навин Джейн, говорит, что единственной преградой для более широкого распространения цифровой валюты является недостаточно развитая инфраструктура крипторынка. Для решения этого вопроса разработчики проекта договорились о сотрудничестве с сайтами онлайн-шоппинга.